Испанская рапсодия на современный лад. Многие использовали именно этот ход. Уже 12-й год международный фестиваль «Солнечный бал» удивляет и поднимает планку, когда в одном зале собираются лучшие коллективы России и Казахстана. Больше 600 участников. Приезжают огромные коллективы, очень сильные коллективы, мощные. И каждый раз, когда они приезжают вновь и вновь и вновь, я вижу, как они растут, я вижу, как они расширяются. Это меня очень радует. Участникам от 5 лет до 18, и все соревнуются по направлениям парные танцы, бальные и танцевальные шоу. Оценку ставят в системе 3D – имидж, артистизм и техника. Эти показатели и влияют на выход в финал, а там, как на Олимпиаде – золото, серебро или бронза. Но сейчас нужно думать не о медали, а о нужном настрое. Я все время настраиваю, я говорю, что прежде всего вы танцуете для себя. Для себя, потому что раз вы выбрали этот тип творчества, то прежде всего вы должны показать, насколько вы это сможете. Просто как будто в зале никого не существует, и все. Не забывать про жюри, но танцевать в первую очередь для себя. Иначе как выдержать нон-стоп? Это был настоящий марафон длиной в 12 часов подряд, с которого многие участники и открывают танцевальный сезон. Анастасия Бертенева, Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.